Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области. В новостях достаточно много негативной информации. Доллар, кризис, нефть и, конечно, пандемия. Мы все с вами беспокоимся за свой завтрашний день. Но повлиять на глобальные процессы экономики просто не в силах. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о наших любимых дачах, которые в последнее время стали, ну, скажем так, своеобразным бункером, источником витамина D, который активно влияет на наш иммунитет, и просто оазисом счастья. И сегодня вместе с вами мы побываем на выставке-ярмарке, которая проходит на 12-м километре Байкальского тракта рядом с торговым центром «Новая дача». Причем много лет подряд. Здесь можно купить самые различные растения. Но давайте вместе начнем знакомство с декоративных растений, поскольку, вероятно, в ближайшее лето мы с вами проведем на даче в самоизоляции. Давайте с вами знакомиться. Добрый день. Меня зовут Ларионова Татьяна, я продавец-консультант. Сегодня я хотела бы вас познакомить с хвойными растениями. Например, ель акракона. Она ценна своей причудливой, необычной формой. Посмотрите, какие у нее приросты, похожие на свечечки, на маленькие свечечки, очень мягкие, очень красивые. В начале цветения у нее шишечки, они красного цвета, переходящие в темно-коричневые. На самом деле ель акракона вырастает до 2,5 метров, но несмотря на это, ее можно стричь, ее можно придавать ей форму, какую бы вам хотелось, убирать длину и тому подобное. Если в былые времена мы ценили елочки очень правильной формы, пушистенькие, то сегодня вот такая елка в моде. Я думаю, что именно ее оценил бы Сальвадор Дали. Ель акракона, она солнцелюбива, но прекрасно себя чувствует и в полутени. За это она скажет вам спасибо. Татьяна, скажите, а как вот такая большая елка перенесет процесс пересадки? Она же взрослая уже. Все хвойники, они выращены в специальных емкостях. И поэтому пересадку они переносят очень хорошо. Но многим хочется получить сразу большую красавицу. Если не успеваете посадить ее в ближайшее время, то пересадить ее можно и летом, и осенью. Она будет украшением вашего сада. Кроме ели акраконы, хотелось бы еще вам представить сосны, горные сосны. Они необыкновенные формы. Несмотря на то, что в природе у нас огромное количество сосен, вот таких элегантных там не встретить. И именно эти сосны очень хорошо подчеркивают определенную горизонталь на наших садовых участках. Это сосна Варелла. Она округлой формы, очень пушистая. В диаметре сосна Варелла достигает около метра. Также в высоту она растет тоже до метра. И в год прирост у нее 10-15 сантиметров. Также вы можете формировать ее на свое усмотрение, как вам угодно. Скажите, Татьяна, а вот этот пушистый сосновый мячик, где лучше всего расположить на участке? Сосна Варелла, она неприхотливая. Ее можно посадить как одиночное растение, и также можно посадить ее с другими хвойниками. А можно сделать рядок, но надо учитывать расстояние, потому что она ведь будет расти. Расстояние, да, нужно учитывать в пределах 1,5 метров. Конечно, из нее можно сделать живую изгородь. Это тоже будет очень красиво. Хорошим акцентом на вашем участке может послужить ель нидиформис. Посмотрите, какой окрас у этой ели. Скажите, Таня, она также будет расти пушистым комочком? Она также будет расти, да, пушистым, очень пушистым комочком. Она служит как подушкой на участке. Она не очень высокая, но в ширину ель нидиформис достигает до 1,5 метров. В высоту она растет так же, как и сосна Варелла, по 10 сантиметров в год. Имеет салатовые яркие побеги и послужит очень красивым акцентом на вашем участке. Вот эта елка, чудесное украшение, может быть практически в любом саду. Но выбор здесь просто потрясающий. Что еще пользуется спросом у дачников? У наших дачников также ель голубая, ель глаукоглобоза.
сосны Пумилио, сосна Мугус, пихта Нана. Татьяна, спасибо вам огромное за вашу консультацию. Я думаю, что растения, елки, сосны, пихты, можжевельники – это прекрасное украшение практически любой дачи. Можжевельники, ели, сосны, туи – все эти хвойные растения благотворно влияют на нашу дыхательную систему, что особенно актуально в нынешних условиях. Поэтому выбирайте, сажайте и будьте здоровы! Если на вашей даче есть огород, то, вероятно, вы знаете, что такое пряная культура. И каждый ответит что-то. Укроп, петрушка. Более знающие люди ответят, что лебесток, кориандр, мята и мелисса. Но сейчас мы узнаем об этих травах побольше. Как вас зовут? Я Саляева Любовь Ивановна. Любовь Ивановна, как давно увлекаетесь такими травами? Наверное, увлечение травками началось лет 30 назад, когда, будучи у кого-то на даче, я увидела котовник и мелиссу. Это было первые ароматические травки. В дальнейшем был Байкал, была душица, были чабрецы разнообразные, был курильский чай. Это также не прошло мимо, когда мы запаривали эти травки в чай и запаривали их в чан с водой, когда купались там в бане, а потом ныряли в Байкал. Это тоже все оттуда ноги растут. Самое главное – это банальные наши петрушки. Листовая, корневая, кучерявая, разного вида сельдерея, ажурный, черешковый, корневой. Конечно, хит моего прилавка – это всегда лук-порей. Лук-порей. Есть и голландские сорта, есть и наши сорта. То есть я вообще фанат лука и очень люблю полезные такие вещи. Лук эксибишн тоже чего стоит. Значит, хорошая получается луковица с него. Есть также и майоран, чабер, и соп. То есть такие травки, которые в пищу наши сибиряки, они не очень часто используют, но наше подрастающее поколение, они молодцы, они умницы все, они умеют это делать и умеют применять. Конечно, у меня еще очень много базиликов. Базилики разные. Есть и армянские, араратские. Есть еще и базилик изумрудный. Базилик вот такого плана – это шаровидный базилик. Он такой красавчик вырастает. Есть лимонный базилик, есть базилик со вкусом корицы, есть карамельный базилик, есть песто, который вот, кто умеет песто делать, пасту, значит, все вот его больше всего спрашивают. Значит, больше всего я люблю, конечно, вот сама лично карамельный и лимонный, со вкусом лимона. То есть фанат чаев, я вот прям не могу отказаться от этого. А сейчас я хочу, чтобы Любовь Ивановна представила нам очень редкие, практически уникальные растения. Это лафант, это душица, это розмарин. Здесь очень много разных растений. Расскажите о них. Ну, я не знаю, насколько они редкие, потому что благодаря, видимо, моим действиям в жизни уже популяризация этих травок идет в Иркутске. И некоторые приходят и, наоборот, мне уже дают советы. Ну вот, допустим, иссоп, будучи у нашей знакомой из клуба биодинамического, и я увидела на участке иссоп, как растет иссоп. Многолетник, очень полезный для вторых блюд, сакральное такое растение, его нужно иметь на участке, цветет красиво. А скажите, Люба, он однолетний или многолетний? Многолетничек, хороший. И просто зимует у нас? Да, вот запах своеобразный. Ой, божественный просто запах. Впервые я вижу лемонграсс. Ну, лемонграсс, да, цитронелла, лемонграсс. Кто, видимо, был в Таиланде, они как-то остро реагируют на эту траву. И, она же очень полезная. Да, эфирные масла классные. Значит, выращивая ее, можно тоже свой запас питательный пополнить витамином С. И главное, что ароматические. Полезное, главное. Но это растение домашнее. Это домашнее. К сожалению, у нас оно не растет. И, конечно, лафант. Я его не знаю, он мне по душе. Он из семейства крапивных.
Из семейства крапивных у нас и мелисса, и котовник, и лафант. Такое замечательное, пахучее растение. Оно пахнет анисом. Все, когда его нюхают, говорят: пектусин, пектусин. Но есть разные. Есть, которые хорошо зимуют, есть не очень хорошо. Вот три разновидности лафанта. Вот этот именно анисовый зимует хорошо. Есть у меня еще тибетский лафант. Он цветет белым цветом. Эти сиреневые шишечки, а там белые. Так вот, тибетский лафант, там, значит, его, если в лечебных целях пропивать, он холестериновые бляшки от сосудов прям, можно сказать, отскакивает. Но я вам хочу сказать, что я не такая не травница. Я любитель этих вкусных чаев. Я люблю, когда вкусно пахнет. Я люблю, когда радуется не только глаз, глядя на цветы. Я люблю, когда у меня и нос вкусно нюхает что-то. Мне нравится, что лафант – это многолетнее растение. Один раз посадили, и всю жизнь реже ходите в аптеку. Но многие садоводы знают, что такое мята. Однако их бывает великое множество, и мята тоже помогает нашему здоровью. Это точно. Особенно такая мята, как, допустим, перечная. Нету ни одного человека равнодушного. Все утверждают, что да нет, у меня растет дома. Я говорю: ну, понюхайте. И все сразу какой-то эффект шока возникает. Ох, какой глубокий запах. Есть у меня еще имбирная мята. Тоже у нее пестрый листочек. Но запах тоже имбиря, он проклевывается. Да, другой, да, совершенно другой. Совершенно другой. Другой. Есть еще, там вот у меня ниже стоит лекарственная мята. Есть еще яблочная мята, тоже очень необычная. Конечно, еще мелисса и котовник или мята бархатистая. Я вам хочу сказать, вот прям хочу сказать, что мелисса и котовник. Мы в свежем виде должны употреблять мелиссу. Вот в течение сезона мы ее чай, значит, компоты, варим компоты. Салат добавляем. Можно добавлять. Салат и лимонный привкус точно своеобразный будет. А вот котовник, мы его сушим. Он эфирные масла сохраняет, а вот мелисса, к сожалению, не сохраняет. Но по лечебным свойствам мелисса тоже, короче, вот мои самые любимые травки. Пряных трав здесь огромное количество, обо всем рассказать нельзя. Если вы приедете на выставку-ярмарку на 12-й километр Байкальского тракта, непременно скажите кодовые слова «Любовь и травки». И, может быть, откроете для себя какой-то новый мир. Уважаемые дачники, знакомьтесь, это Ольга Чуруксаева. У нее вся палитра, вся цветовая гамма для того, чтобы вы нарисовали свои самые роскошные клумбы на даче. Оля, что наиболее интересное? Наиболее интересное в этом сезоне низкорослые флоксы. Флоксами можно украсить любые клумбы. Цветовая гамма очень большая, 5 расцветочек от красного цвета, нежно-нежно-розового, что очень модно в этом сезоне. Можно дополнить малиновым цветом. И даже синим. Голубеньким. Или синим. Вся палитра на лицо. А теперь расскажем про наши крупноцветковые бархатцы. Это очень-очень нарядное украшение для клумб. Их можно садить в центре клумбы, можно обрамлять края. Очень нарядные, красивые, низкорослые. Про бархатцы хочется сказать, что это очень неприхотливое растение, не требует никаких лишних усилий, засухоустойчивое, устойчивое ко всем заболеваниям. Помимо этого, это растение сажается среди овощей. Да. Оно отгоняет разных насекомых, которые могут повредить ваш урожай. И даже предотвращают от различных болезней ваши огуречные грядки, грядки с морковью, луком или чесноком. А теперь расскажите нам про вот это чудо, которое тоже может стать украшением любой дачи. Это у нас экзотическое растение, называется колезия. Оно универсально, потому что может расти как комнатное, так и красиво смотрится, как подвесное украшение любого сада, беседки и всего остального. Насколько я понимаю, это домашнее растение, которое летом переезжает на дачу и украшает ее. Это растение не цветет,
но имеет двухстороннюю окраску. Если хочется яркости, то можно добавить в вашу композицию обтению. Обтения тоже у нас универсальная, она зимой украшает ваш зимний сад или подоконники, летом также может переехать на дачу. Это растение очень засухоустойчивое, его можно садить на яркие солнечные клумбы, также можно в тень. Растение неприхотливо и очень легко размножается. То есть вы можете сами размножить и сделать несколько таких растений для себя на следующий год. Вы знаете, капскую маргаритку я встретила впервые на съемках, наверное, лет 5 назад. И она все больше и больше нравится нашим цветоводам. И я с вами полностью согласна, потому что это растение является тоже очень ярким, очень насыщенным дополнением сада. Плюс оно является холодостойким и многолетним. Единственным неудобством в этой прекрасной маргариточке является то, что она не зимует и не переносит наши холодные зимы. Но вы ее можете свободно выкопать и поставить в прохладное место. Еще хочется рассказать про гвоздичку. Гвоздичка у нас цветет с начала лета до поздней-поздней осени. Она абсолютно неприхотлива. Она 2 года будет радовать вас на клумбе. Еще хочется дополнить, что эта гвоздичка дает семена и потом вырастает самосеечкой и будет радовать ваш сад еще очень-очень много лет. Ольга, спасибо вам большое. Ну а к вам я хочу обратиться. Все краски есть, выступайте художниками. Пусть ваши картины будут очень красивыми. На этой ярмарке Людмила Ярошенко всегда удивляет цветоводов чем-то необычным. Сегодня мы поговорим об ампельных растениях, которые нам пригодятся в беседке, в перголе, на веранде, да практически везде. Вот это что за чудо? Это будра. Она, вот видите, какая длинная и растет прямо. А если кому-то нужно, чтобы она росла вот так вот, ее нужно подщипнуть, и она будет вот такая веером красивым. И не будет вот прямо вот стоя, как прямо стоящая получается. До какого размера может вырасти это чудо? Это чудо может вырасти вот до 3 метров. Но если кому-то не надо, вот я говорю, подщипнили, и оно пошло вот так. Замечательно. И вот я еще сделала такую композицию. Я герань сюда посадила, и вот здесь вот герань будет, а здесь будра, и очень хорошая композиция получилась. А что мы будем делать зимой с этими растениями? Зимой ее можно занести домой, обрезать. Подрезать, и она будет такая же вся зеленая в это самое. А потом можно ее весной расщипать и размножить. Она многолетняя, еще и хорошо черенкуется. Оказывается, ампельных растений достаточно много. И каждый раз появляются новые. Вы знаете, вот такая гвоздика, привычный достаточно цветок, оказывается, может быть ампельной. Это ампельная гвоздика, она многолетняя. Она цветет, вот не переставая. И цветет вот этот букет будет, вот она будет спускаться вот так вот вниз, и здесь все будет, и она вот таким красивым букетом. Она пахнет настоящей гвоздикой. Во-первых, на срезку она идет, красиво в вазочке будет смотреться. Домой заносите, она еще будет у вас цвести, а весной ее рассадили, у вас будет очень много гвоздик. Скажите, пожалуйста, вот все, что растет у нас в горшках, требует более тщательного ухода. Это полив, это подкормки. Гвоздика капризна? Гвоздика не сильно капризна. Она ее подкармливает нужно, ну как и все, так как цветов очень много, и это все гибриды, и это нужно питание. Хотя бы раз в 10 дней нужно, вот есть гумар калия, продается в магазинах раствор, уже черная такая бутылочка. На 5 литров всего нужно одну эту крышечку. И микроэлементы фертика, допустим, тоже пол ложечки на 5 литров. И вот раз в 10 дней полили, и все, больше ничего не надо. И еще одна новинка, или не новинка, вот это ампельное растение, как называется? Она, это фуксия, как ива. Вот она прямо это спадывает, не так вот растет, да? И цветет, как будто у нее цветы, как будто вот эта юбка, как будто она в танце. И она вот будет вся-вся-вся в цветах, и танцевать она будет. Я вот люблю ампель, так я вот просто ею восхищена. Это вот новинка. А зимует вот эта танцующая фуксия, наверное, дома? Танцующая фуксия зимует дома. Размножается она череночками. Ну, чтобы вот такую красивую вырастить, я ее 2,5 года растила. Но она этого стоит.
Уважаемые дачники, теперь вы знаете, что озеленение может быть не только горизонтальным, но еще и вертикальным. Я надеюсь, советы Людмилы Ярошенко вам в этом помогут. Не хлебом единым жив человек, говорит народная пословица, и это совершенно правильно. На наших дачах должны быть декоративные кустарники и, конечно, цветы, потому что именно они наполняют нашу жизнь радостью. Сегодня мы поговорим о кустарнике, который становится более и более популярным с каждым годом. И расскажет нам об этом. Здравствуйте, Лазарева Екатерина. Катюша, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, какие гортензии стоит выбирать, сажать у себя на дачных участках, как они растут. Каждая хороша, каждую хочется посадить, каждая красавица. В первую очередь хочется отметить, что все гортензии, которые у нас представлены, они опробованы в нашем регионе и отлично себя зарекомендовали. Особое внимание хочется уделить древовидной гортензии Аннабель, один из самых распространенных и известных сортов. Преимуществом является то, что кустарник неприхотлив, очень обильно и долго цветет. Высота кустарника во взрослом виде достигает до 1,80 м. Ширина куста достигает до 3 м. Куст рыхлый и в период обильного цветения требует подвязки. Скажите, пожалуйста, а как гортензия зимует в наших тяжелых условиях? Нужно ли ее обрезать, нужно ли ее укрывать и по-особому готовить к зиме? На самом деле гортензии достаточно неприхотливы в условиях нашей зимы. Им убирают соцветия, срезают, оставляя вот такие вот веточки. И оставляют зимовать. Без укрытия? Можно без укрытия. Ну, нашим садоводам хотелось бы, наверное, узнать, какие еще интересные сорта сегодня есть в продаже. Те сорта, которые украсят их участки. Еще один замечательный сорт, который я хочу вам предложить, это гортензия метельчатая White Lime. Этот кустарник достаточно низкорослый, до 1,5 м в высоту. Побеги очень крепкие и не требуют подвязки. В начале цветения он легкого зеленоватого оттенка и при отцветании немножко розовеет. Из этой же серии я хочу предложить сорт Little Lime. Это низкорослый кустарник высотой до 1,20 м. Имеет также светлый зеленый оттенок и лишь к периоду отцветания цветы немножечко розовеют. Скажите, Катюша, вот поскольку это гортензия Little, значит, ее, наверное, могут позволить дачники, которые обладают не самыми большими участками. Я так это понимаю? Все верно, да. Как я уже и говорила, высота кустов достигает 1,20 м, 1,50 м. И каждый обладатель, даже те, у кого нет больших участков, маленького, да, могут себя порадовать такой прекрасной гортензией. А качество саженцев гарантируете? Конечно, все наши саженцы получены из известного московского питомника и уже опробованы в нашем регионе и прекрасно себя зарекомендовали. Поэтому будут отлично, долго радовать своих обладателей. А сейчас, уважаемые дачники, я хочу представить вам Марину Зырянову. Вот об этом удивительном, красивом и пока еще редком кустарнике она знает достаточно много, я не ошибаюсь? Вечно зеленые кустарники не такая уж большая редкость. Хочется представить вам сорт Туи Западная Янтарь. Ее преимущество в том, что зимой она приобретает ярко-желтый оттенок, но в тени она становится салатовая. Бесспорно, роскошное растение. Если оно поселится в вашем саду, все гости, соседи будут ему удивляться и, наверное, вам завидовать. Интересно, Марина, а какого роста это растение бывает, ну, через 3 или 5 лет? Растение достигает высоту 3, максимум 5 метров. Ежегодный прирост у растения 15-30 сантиметров. В ширину 2 метра растение достигает. Так что, уважаемые дачники, если вы будете сажать изгородь из туи, учтите, 2 метра между растениями должно быть. Даже больше. Очень хорошие из них получаются живые изгороди. Еще хочу представить вам туи шаровидной формы глобоза. Они достигают 1 метра в высоту, и из них получаются великолепные бордюры вдоль клумб и дорожек. Как правило, наши клумбы и садовые дорожки находятся в
центре садового участка, на солнышке. Марин, скажите, пожалуйста, как хорошо эта туя переносит прямые солнечные лучи? Эту тую лучше сажать в полутень, и она хорошо подвергается стрижке. Значит, именно эта туя может стать основой будущего вашего топиарного сада. А еще хочу представить вашему вниманию тую брабант. Она также применяется в живых изгородях. Чем чаще вы ее стрижете, тем гуще у нее хвоя. Можно выстричь квадрат, изгородь любой формы. И плотно, и красиво. Посмотрите, какие у нее кружевные листочки. Словом, два в одном. А я хочу еще раз вам напомнить, уважаемые дачники, садоводы и огородники, что именно хвойные растения помогают нашим легким. Выбирайте, сажайте и будьте здоровы. Марина, а вам большое спасибо, пожалуйста, за консультацию. Я уверена, ваши советы пригодятся нашим телезрителям. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, я хочу пожелать вам в заключении нашей программы терпения и еще раз терпения. Скоро все переменится, тучи рассеются, выглянет солнышко, и нынешняя история останется только историей. И, пожалуйста, не забывайте, что в самоизоляции нам поможет дача и, конечно, новая дача. Будьте счастливы, до свидания.